Ну, наверное, операция по увеличению груди и по коррекции груди для меня приоритетные. Как так, наверное, само собой получилось, что когда-то в соавторстве, так скажем, с немецкими учеными мы разработали программу по компьютерному моделированию. На сегодняшний день это единственная в мире вообще программа, которая с достоверностью может предсказать результат будущей груди порядка до 90% своего результата. И благодаря, наверное, этой программе как-то получилось и что пациенты пошли больше, как раз именно выполняли этих операций. И наше видение менялось в отношении груди, то есть представление ее действительно как сделать лучше, красивее, симпатичнее. И таких операций поэтому действительно стало превалировать над другими. И на сегодняшний день операции не только по увеличению, но там по коррекции, по асимметрии, по замене имплантов. Вот в моей практике их, наверное, действительно составляет порядка 80-85% от всех других оперативных вмешательств.